И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в GTA San Andreas. И сегодня мы играем опять за этого копа. Тут наш напарник, как уже можно было узнать. Так, и вышло какое-то время, и нам кто-то опять позвонил. Да. В прошлой части мы разобрались с бандой, и теперь мы стоим у какого-то дома. Так, ну что, он поговорит? Все, типа поговорил, ладно. Так, время еще 20 секунд. Ну и что там? Какие-то копы идут. Смотрите, не отсюда вообще копы. С пистолетами. Так, кто еще куда идет? Какие-то эти. Идет какой-то ФБРчик. Это что такое? О! Я телепортировался. И этот ФБРщик здесь. Ты что здесь делаешь, эй? Где мой напарник? О! Я скин поменял, точно. А чё я? Я теперь напарник или чё? ХЗ. Ладно. Вертолет. На карте надо куда-то лететь. Ну чё, будем его ждать? Нет. Не, ну я подожду. Полетели. Я уже забыл, как на вертолете летать. Давно не играл. Сейчас полетаем. Так, а куда мы летим-то? Ладно, посмотрим, куда летим. Блин. Подошел к ФБРщику, и он, короче, взял, телепортировал меня к какому-то вертолету. Да ладно, просто. Ладно, сейчас посмотрим, что там будет. Куда мы? Куда я лечу-то, блин? Как вообще лететь? По-моему, так как-то надо будет полететь. Я, если честно, я не помню, как летать. Не, ну я главное лечу. Я главное лечу, да. Пофигу как, но я главное лечу. И я долечу до места, которое нужно. Смотрите, мы из этого села уехали, как мы были шерифом. И мы куда-то летим. То есть даже он переодеться успел. Так, даже через это, через море сейчас пролетит. Сейчас посмотрим. Так, мы прилетели в Лос-Сантос. Да ладно, что-то лагает немного карта, но это, блин, ладно. Так, я прилетел в Лос-Сантос, там копы тоже внизу летят, типа сопровождают. Так, окей. О, сюда. Тихо, 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 тихо. Это типа что такое? А, это этот, типа. Полицейский участок. О, точно. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Я забыл, как садиться на нем. По-моему, так. Пофиг. Главное, засчитали нам то, что я прилетел. И нормально я прилетел, ни обо что не врезался. Все круто. Так, ладно. Он вышел, и куда мне идти? Полицейский участок или куда? Так вот. Окей. Пошлите сходим, чё? Чё, он за нами будет бегать теперь? Всю игру. Чё за мной бегаешь, эй? Чё ты за мной бегает теперь? Окей, я приехал в Лос-Сантос, блин. Тут какой-то коп тоже стоит. Без пистолета тоже стоит. Чё стоит? Не знаю, чё стоит. Так, чё здесь ещё есть? Еще нет, это не коп. Ладно. Ладно, пошли, пошли. Сейчас посмотрим, так. Так. Что там вообще никого нету? Там вообще никого нету. Так, здесь никого нету. Так, а это что написано? А, так, выход. Что нам сюда? Или куда нам? Пофиг. Сюда пробегусь. Если не туда... А, не, квадратик появился. Нормально. Так. О! Что там такое?
А это за нами побежал? Нет, не побежал. Странный. Странный. Смотрите, что они делают. Избивают парня, один сидит, другой что-то говорит. Прикольно, прикольно. И что, куда? Убить кого-то? Их надо убить или кого? Никого. Да ладно! А это что за ребята? Байкеры? Чё, вы хелпанете, нет? Нет, не хелпанут. Ладно. Видимо, они не стреляют, ладно. Так, окей, побежали. Видимо, нам не ста. Не, ну два врага какие-то байкеры были, да ладно. Еще автомат мне дали. А, прикольно. Ладно. Окей. О! Стой, 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 стой. Тихо, чтобы он меня не заметил. Не заметил. О, там еще стоят. Мочит кого-то. Нашего, что ли, этого? Чтоб он меня не спалил. Блин. А где наш? ФБРщик-то где, блин? И вон чел, которого нам надо убить. Он кого-то стреляет. ФБРщик, ты где? Так, минус два. Ой. Убили ФБРщика. Тихо. Все, всем спасибо за просмотр. Смотрите следующее видео. Ну и всем пока.